ваша конкретная ситуация, это все-таки бизнес бизнесом, как ни крути, и Татфонбанк, ну, с точки зрения юридической, де юре, это тоже бизнес, просто он очень большой. Но, как бы, понимаешь, что проблема у нас очень серьезная, я тоже в стороне оставаться не могу. Понимаем сейчас ситуацию, как она складывается, то, что введена, ну, введены, как бы, там, временные управляющие, да, АТСВ, у них там супер широкий пакет полномочий, де юре к ним никто вмешиваться в их деятельность вообще не имеет права, и в ближайшие 3 месяца, пока вот этот мораторий введен, пока временная администрация работает, никто в их деятельность вмешиваться не будет, ни каких-либо, каких-то бы телодвижений производить мы не можем. При этом я прекрасно понимаю, как бы, как ту ситуацию, которую вы оказались, ну, примерно понимаю, у каждого она индивидуальная, я отдельно взят. Ситуация в том, что вам нужно жить как-то дальше. Вот эти 3 месяца, 6 месяцев, что будет по их пресечению, я даже предположить не могу сейчас, и вы тоже. Что произойдет с вашими денежными средствами, что произойдет с обязательствами, что произойдет с какими-то гарантиями, там, депозитами и так далее, и так далее. У вас сейчас возникает много проблем с регуляторами, у вас будет, наверняка будет много проблем с правоохранительной системой какой-то. Вот. Ну, то есть каждый конкретный случай надо отдельно разбирать, и по нему надо... Мы сегодня, не сегодня даже, в течение последних дней, вот, получая обращение от предпринимателя, получаем, понимаем, что проблемы у всех абсолютно разные, то есть каждый, у каждого конкретная своя история. И универсального решения пока выработать не удалось. Мало того, я скажу, поручение президента сегодня утром уже было конкретно сформулировано, и о нем, наверное, читали в СМИ. Было дано поручение разработать комплекс мер по поддержке предпринимателей, которые оказались в сложной ситуации. Ну, для понимания, да, я вот, например, не знаю точную цифру денег юрлиц, которые зависят на счетах от фонда. Но мы с вами можем только из открытых источников черпать сейчас. 40 миллиардов. Ну, где-то 27, где-то 44, где-то 48. То есть вот как бы она где-то вот так в этом диапазоне. Вот. Мы понимаем, что сейчас скомпенсировать эти деньги просто физически никто не может.